Владимир Путин подвел итоги официального визита в Египет. Российская делегация провела плодотворную работу в основных направлениях сотрудничества, результатом которой стали соглашения в области сельского хозяйства, транспорта, химической промышленности. Ключевым пунктом сотрудничества станет энергетическая сфера. По словам президента, если будут приняты окончательные решения, в будущем речь будет идти не только о строительстве атомных электростанций, но и о создании нового энергетического комплекса в Египте. В целом же Путин остался доволен результатами поездки. Несмотря на сложности, которые пришлось преодолеть Египту в последние годы, в двусторонних отношениях нам не только удалось не допустить спада, но и выйти на новые рубежи сотрудничества. Сегодня мы с господином президентом провели конструктивные и содержательные переговоры, продолжили начатый в прошлом году в Сочи предметный обмен мнениями по всему спектру российско-египетских отношений, ключевым региональным и международным проблемам. Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что продолжится наращивание темпов сотрудничества в гуманитарной сфере. За последний год товарооборот между странами вырос в 2 раза. Также растет поток российских туристов в Египет. Владимир Путин пригласил своего коллегу в ближайшее время посетить Москву с ответным визитом.